Здравствуйте. Привет. Общаетесь? Удается? Так. С трудом, да? Трошки разумею. Понятно. Какая у вас тут любимая тема? Не разумею. Ну, что вы не понимаете? Какая у вас тема любимая, вы не знаете? Или не понимаете? Тема? Ну да, тема. Да. О чем разговариваете в рулетке? А відносини між Україною та Російською Федерацією. І які, по вашому отношению? По пятибалльной шкале. На единичку? Это не культурно. Ви ж культурний. Чому? Ви в Європу йдете? Так, я в Європі знаходжусь, а ви де знаходитесь? Тем более. Разве можна собеседникам такі жести показувати? Чому? Разве так можно? Идите, ну давайте вот так. Ну вот хотя бы так, да. Хотя бы не так это выглядит. Для вас ближе? Мне это вообще не так не нравится. Но я ж не могу вас как-то от этого дела отводить. Это вы только можете себя взять в руки, как бы, и вести себя культурно, а дальше. Разумею. А вы, как бачите, відносини? Отношения? Ну, я бы сказал, да, на один с плюсом, вот так, на двоечку, наверное, даже больше. Ближе к двойке. Все-таки, а чему? Ну, как почему? Слушайте, торгуете с нами, значит, уже больше одного, правда? Ну, я не торгую. Ну, вы-то лично нет, но государство украинское торгует. Причем там какой ну, там, Россия второй? Ну, не государство, разумеешь, больше олигархи. Ну, слушайте, подождите, у олигархи торгуют, они там завозят какой-то товар, ну, или там газ какой-то, ну, все, нефть, бензин, там, что угодно. Продают вашим гражданам, они там платят налоги, а ты не... ЕДС. Там, подожди, там, пиди, бюджет, ты трошки путаешь педали. Газ официально с Российской Федерации мы не получаем. Ну, вот вы правильно заметили, так? Что официально. Ну, зрозумей правильно, понимаешь, тут... Така схема просто газом Російська Федерація нас з 2007 року всегда давила, блядь. Там кричала: «Хахли піздят газ, блядь! Хахли піздят газ!» А не було ні разу, що ли, такого? А було? А докази в тебе є які-нібудь? Докази? Доказательство того, що Україна не санкціонувала, відбирала чужий газ європейський? Ну, це ви у європейців. Україна... Чуєш, Україна хоч раз була наказана? Санкції проти України якісь введені були? Сумніваюся, якщо чесно. Ну, це ви, знаєте, по поводу наказання, обращайтесь не к Росії. Останній раз Російська Федерація скільки вернула гроші Україні? Гроші Україні. Ви маєте в виду цей за контракт, що ли? Мільярди, по-моєму? Ні. Там 7, вроді. Там 3 було. Після чого Україна підписала соглашення... по которому вот это не, сейчас нет. Второй год. Да нет, я там, наверное, символу. Просто выплатили 3. И больше не будет платить. Нет, так выплатили, а остача пошло взаиморасчет. То есть Украина расплатилась. А, ну, да. Так. Взаиморасчет там такой был, да, что Россия выкатила за то, что Украина не... Ты представляешь, какие большие деньги, блядь, кацапы, блядь, сбили, блядь, с Украины, блядь. Как только, сука, блядь, Новый год так и начинается. Так и начинается, блядь. Хахлы пиздят газ, блядь. Слушайте, это не Россия сбила, ничего такого. Это, понимаете, самый честный европейский суд принял решение, что задним числом можно менять стоимость газа, понимаете? Вот такие вот европейские партнеры у нас, говорите. Ну, слушайте, все течет, все меняется, и партнеры тоже. Главное результат, понимаете? Годен с тобой. Главное результат, понимаете, какой будет. Главное, что теперь Украина... Понимаешь, просто, блядь, просто багато людей, багато країн, які подсіли на ваш газ, блядь. А что, и вот вы пользуетесь. Ну, я не знаю, ну вот... Нас... А мы подсели на их деньги, что ж теперь поделаешь? Все друг на друга подсели. Вы подсели. Когда под словом вы подсели на их деньги, блядь, в России, да. Ты себя не имей в виду. Что это? Ну, ты получаешь такой мизер, блядь, даже, блядь, долек процента, блядь, не это. С чего вы взяли? Как вы считаете? Не понял. Не заразумил. Так я понимаю, с чего вы взяли, что я получаю мизер с продажи газа, например, в Европу?
Откуда у вас такое убеждение? Тут який олігарх якийсь. А при чем тут олігарх? У меня... При чем тут олігарх вообще? Как одно с другим связано? Ты нихуя не получаешь, блядь. Почему это? У меня, например, смотрите, у меня бесплатное образование в школах, в детских садах. Да, бесплатное да что ты... Да. Слухай, так у вас бесплатно садики? Вообще да. Серьезно? Ну да. Блядь, пиздишь, блядь. Ну вы давайте не ругайтесь. А так я тебе, а так понимаешь, ну вот, дивись, ну я не знаю, у нас, наверное, в садику десь гривен 400 в месяц платят. За что? Ну, за питание. В России в садике бесплатно кормят. Бреш, не-не-не. Нет? А, ну, слушай, нет. Если у вас садик не кормит бесплатно, то, ну, как бы, я не знаю. Не, я понимаю, что ты не виноват, блядь. Ты не виноват в том, что ты... Что ты живешь в такой системе, блядь? Какой тебе системе? Сказали, вот украинцы плохие. Да неплохие вы. Так, нормально. Так у нас тоже школы бесплатные. Ну. У вас дети в школах, блядь, в обморок падают от вашего питания, блядь. Да, слушайте, прекратите. Есть, конечно, Шоп... безусловно, есть отдельные уроды, которые там что-нибудь там воруют на столовых и так далее. Это ж не значит, что государство не выделяет деньги, правда? Это надо значит, что государство выделяет грош. Я знаю, так само, як у нас в садик за садик платять, так само і на Російській Федерації платять. Так само за питання, як дають дітям у школу на Росії, так само і в Україні дають гроші дітям. Ну да, розумієш? Я теж даю. І що? Ну, так що? Так, дітей кормять в садик. Де ж безплатно? Так їх кормять. Просто, наприклад, ребенок хоче там випити, там, не знаю, там, сок, наприклад, да? Не хочет он чай пить, понимаете, хочет сок, да, сок за деньги, естественно, то сок не предоставляет. Ну, ты знаешь, у нас в школе кормлять два раза дітей. У мене до 4 класу, у мене в 4 класі діти, вони навчаються, понял? І два рази кормлять. Один раз кормлять безплатно, а другий раз кормлять 12 гривень. Ну, может быть, я что я могу сделать? Ну, це зовсім копійки. Ну, ты знаешь, питание это, бананы дают, апельсины дают, ну, то есть мандарины хорошо. Дают, апельсины нет, сок дают, это нормальное питание. Ну хорошо, я что вам, как-то за питание в вашей школе что ли говорю? Я не, ну потому, что куда идет вот эти все деньги, да, с продажи газа, я вам объясню, вот, там, школы, садики, больницы, пожарные, полиция, ты понимаешь, показують ваших медиків, ваші це саме, викидають там 15 тисяч, 20 тисяч зарплата, блядь. Це нищебродська для України. У нас, блядь, навіть медсестри получають, блядь, около 6 тисяч, блядь. Це на ваші гроші, блядь, получається, блядь. 14 тисяч на наші гроші. 6 тисяч гривень. 6 тисяч гривень? Ну, 14-15 тисяч рублей. Да ні, там 16,5 вроді. Ну, 2,5 рубля... За гривню. Давайте. 6 помножить на 2. Ну 2,8. Вроде 2,8, не? Слушайте, ну давайте 2,5. 300 рублей добавим сверху, да? Давай по 3 будем считать. Нет, давайте будем 18 тысяч. Давайте будем считать не по 3, а так как есть. У нас медсестры получают больше зарплату, чем у вас, блядь. С чего вы это взяли? Охуительно, блядь. С чего вы это взяли? С того, блядь. Давайте проверим ваши слова. Давай. Какая у вас? Винница, вы сказали, да? Винница. Сейчас мы это дело уже проверим. Значит, пишем зарплата медсестры в Виннице. Давай. У меня какой-нибудь. Так, work UA подойдет? Да, без разницы. Ну как без разницы? Очень даже с разницей. Да так, ты сбрешешь. Ну, work UA тут я. Я вот это предполагаю. Так, полная занятость, Винница, Амеда МЦ. МЦ это, наверное, какой-то. Да, там по 25 будет. Вот, медсестра по выпуску водителей. Вот от 4 до 6 тысяч гривен. Ну, це людина, яка приходить, я тебе скажу. Ну, понятно, я роблю... слушайте. Не-не-не, це... Так можна про що угодно. Ти не про випуск водителя, ти у медзакладі. Це людина, яка приходить на 8 годин, коли виїжджають водителі. Вони виїжджають там за пару часов, і вона свободна. Я робив на такому підприємстві, так що може бути... Медицинська сестра, ви далі тут самі прочитайте, я язик ламати не буду, от, видно. От. ДНЗ, ЗОЖ какой-то і що-то таке. В школі, мінімально. Мінімальна зарплата. Ну вот, 5-6,5 тысяч, ну все.
Давай, так, таку саму зарплату у школі у вашому, якому городі, позаштатному. Давай, Ростов-на-Дону. На повну зміну? Да. Так, медсестра в школе. Яндекс работа. Сейчас найдем какой-нибудь Job.ru, например. Job работа. Я не знаю, что такое. Маловато, 6,5. Пансионат в Москве нам не подходит. Так, надо... Да який пансионат в Москве? Ты хуй с пальцем не путай, так, блядь. Давайте без ругань. Да какая ругань, блядь. Вот такая вот. Так, горячая. Так. Ты позаштатный такой город, как наш. Ну, я понимаю. Найди. Я понимаю. Сейчас, подождите, не спешите. Я не сам. Саратов. Шукай, Саратов. Чтоб тебе меньше писать просто было. Видите... Может, ты буквы не знаешь. Так, трошки. Посмотрим сейчас. Ну скажи. Вот, Ростов, ХХРУ. Хедхантер это у нас медицинская сестра, 40 тысяч до вычета налогов. То есть потом с вычетом будет. Это медицинская сестра. Ты медицинская сестра в школе. Ты ж меня за школу нашел. Я ж понимаю, я ж не спорю. Я просто вот что нашел. Сейчас, подождите, попробуем выйти на ХХ, просто выйти. Они тут приложение сразу пытаются включить. А я с этим приложением. Так, Ростов-на-Дону. Нет. Тут может, на самом деле, вакансии может не быть. Потому что у нас часто медсестры, они приходят, приходящие, они могут не находиться постоянно в школе. В школе, да. Такой а что у вас? Да, у нас даже доктора есть в школе. Ну, зависит от школы. Знаете, школы же тоже разные, да. Если там школа на 200 человек, то там может и не быть. А если там ты знаешь, у нас реально в селе даже зубный доктор есть, зубный кабинет есть в школе. Это удивительно. Стоматологи самая выгодная профессия в мире. Всех зубы болеют, они отказывают. Понял, детям там бесплатно лечат. Ну, как, такие простые пломбы, это самое все. Ну что там, нашел? Ассистент врача-косметолога, я думаю, что медицинская сестра, так, это коммерческая, вот так можно посмотреть. Глазная клиника, Ростов-на-Дону, не подойдет, да? Ты подивись, какие в наших клиниках зарплаты у медсестры, елки-палки. Ну здесь зарплаты там разные, вот там медицинская сестра 250-300 тысяч, да, ну понятно, что это что-то такое непонятное, но... Надо смотреть. Юнона, я не знаю, что. Может не быть. У нас в основном. Ты сейчас частные коммерческие центры. Да, коммерческие, в каких... Я же говорю, это коммерция, а пока. Коммерческой... Дивись, если ты найдешь это самое у нас в городе, у нас такая медсестра тоже будет 1025 получать. Наверное, от 20 тысяч. Просто видите, мне сейчас ГБУ. Не знаю, что это. Ну, вот какая-то медицинская сестра, вот в каком-то ГБУ, это государственное бюджетное учреждение, вот 15 тысяч. Ну, примерно столько. Ну... Примерно ну, тоже. Знаю, здесь до врачебной медицинской помощи сейчас откроем. Это то же самое ГБУ, это то же самое, что выпускать ну, водителей наверное, на рейсы. Да. Так, сейчас требования, льготная доплата за вредность, дополнительный отпуск. А вот что конкретно делать и какой график работы есть? А водителей выпускать на этот самый, это самый легче, блядь. Давление ну, наверное, того, я ж не знаю. Давление по мере, так что... Ну, наверное. Я вполне допускаю. Подписал бумажку. О чем мы вдруг с вами за это заговорили? За что? За врачей. Что у вас там что-то там врачи? За врачей? Да. За врачами трудно у нас. У нас мало молодых работников. Угу. А где они все? То что, не, реально, в Украине нормальное образование. Ты знаешь, багато які повыезжали за границу. А почему? Ну це не означає, це не означає те, що це саме, це означає, що у нас просто відкриті границі. Ну да, понятне діло. Так само, як на вашій Російській Федерації відкриють якісь границі, отак, що можна буде їхати, я думаю, ваші теж почнуть тікати. Ну і як от ви, як чоловік, із зарплати... як от гражданин України, от як от ви відноситесь до того, що у вас молоді спеціалісти, в тому числі врачі, уїжджають із країни, ну із України? Да, Конечно, погано отношусь. Ну и, конечно, погано. А знаешь чего? Тут заковыка в том, блядь, государство как-то неправильно пошло из 14-го года, блядь.
До 14-го года правильно шло. Ну, тогда еще по доллару по 8, я тогда себя вообще нормально чувствовал. Подождите, до 14-го года ваше государство украинское не шло в Европу, но и особо с Россией не дружило, как-то так. Нет, ты не понял меня. А потом после 14-го пошли в Европу и сразу не туда. После 14-го года вообще распад начался, блядь. Ну ладно, то, что там твоя... так уж и распад. Ну да, трудности временные. Твоя страна просто, блядь, это, блядь... палки у колеса ставить, блядь. Да просто, знаете, войну развязали надо. Вот это да. А, перестал. Да не, вашей помощи нам нахуй не надо, блядь. Вот, мы сами как устроим это самое. Наконец-то вас услышали и перестали вам помогать полностью. Ну так, еще по чуть-чуть осталось, но совсем чуть-чуть. Помогать, блядь. С вашей помощью, блядь. Что с нашей помощью? Бойся донайцев удары приносящих. Это старая Понял? Поговорка, да. Вы уже помогли, спасибо, блядь, чтобы вы там, блядь, нормально помню, себя вы чувствовали. Что смогли, Понял? Сделали. Теперь Европа пускай вам помогает. И Соединенные Штаты. Я понял. Они богаты. Чтоб вы себя нормально там чувствовали. Чтоб вы жили, блядь, до самой пенсии. Чтоб вы жили до самой пенсии на одну зарплату. Слушайте, ну а что в этом плохого-то? Это же очень стабильно. Так весь мир живет. На одну зарплату до самой пенсии. В Германии, смотрите. Вы думаете, они что там? По двору. Все, это я понял.